что лежит? Есть ли вода? Да, мои хорошие? Да, мои маленькие. Ребята, жара просто страшная, просто невозможная жара. Ну вот что делать? Ну вот сделали мы два вольера, сделали. И что? В одном мама, и в другом мама. К тому же малыши поносят. Глазки гноятся. Это мама, которую забрали с дачи. Сейчас малышам начнем давать трихопол. Так, на скорую руку разделили бытовку. На скорую руку, ребята. Сейчас все еще уберем здесь до конца. Специально оставили, чтобы мама могла запрыгивать и прятаться от них. Сейчас немножко будем переделывать. Ребята, чем можем, тем загораживаемся. У кого что смогли. Любые баннеры вот такие у нас есть. Пододеяльники. Просто не все, ребята, идет в ход, чтобы закрыть. Да, мои хорошие. Ребят, мамины, все что угодно лепим. Простыни, одеяло, все, что у нас есть, ребята, все лепим для того, чтобы сделать хоть небольшую тень. Хоть небольшую, ребята, потому что, ну, практически невозможно. Пекло страшенное. Этим повезло, у них своя тень. А остальные, ребята, ну, просто какой-то ад. Что сказать, ребята? Мы так ждали, что закончится высокосный год, и сразу у нас все наладится. К сожалению, ребята, просто аномальный сначала снег, потом дожди. Теперь аномальное пекло такое, что просто невозможно. Страшно за животных. Здесь мы еще не успели.